1, Ставик Лубмайн, лучше с Голденом, Ультиматиком, Рашем и Скадудлом, а Юнайтед — это неизменный Дазл, Эйс, Деппер, Скайлер, Мус и прочая компания. Голден Раш пока что делают очень много минусов, на самом деле уже 3-2, и остается лишь один Скайлер, который, вернее, Скайлера уже не осталось, Мус остается один, да, и вылетает еще один игрок команды Юнайтед. И Мус умирает на девятке. 1-0. Клуб Найн таки забирает пистолетку. Большие молодцы. Прямо. Довольно-таки неприятно. И пока. Минуса для Скайрела и Даст. Происходит очень хорошо. 3-2 ситуация для КТ стороны. Минус еще и от Муса по ультиматику Скадудл. 1-2. Мус и Деппер вдвоем. Деппер, Мус, Деппер и Мус. И в итоге... Очень рискованно играть. И, в принципе, есть какой-то уже чекать Скадудла Гудон. Правда, два размена считанные секунды. Вау! Не, ну диглы, конечно, работают неплохо. Я это знал изначально. Об этом знают все, я думаю. Ну, просто как-то... Прям совсем жестко. Некоторые товарищи. И пачка устанавливается ультиматиком. Не попытка сказать пачки, да. И Деппер забирает ультиматика. Размен Голден забирает Муса. И Скайлер последний здесь. Молит на тачку. Немножко пригорать должен был Голден. Он умирает Скайлера, но 10 хп остается у КТшника. И минус от Раша по Скайлеру. 2-1. Клуб. Немножечко, по-моему, если не зафейлил смоук-банк, то сделал себе хуже. Хотя Раш и Голден делают по минусу такие. И Мус банк открывается. Голден его тоже отлавливает. У Голдена что-то вообще все хорошо залетает. Еще и по Скайлеру тут прочек от ультиматика своевременный. И минус от Скайлера по ультиматику. Минус от Флюша по Депру. Депру предварительно забрал Раша. Но Скадудл заканчивает этот раунд минусом по Скайлеру. По линии. В Ланде также умирает у нас Флюша. Раша размен. Раша вместе с Голденом. Голден ошибается. Скайлер его перестреливает. Но с Токсик Бочек еще не вышел Депр. Хотя должны его замечать сейчас. Депр с ЦЗшки закрывает Раша. Очень много времени выигрывает Депр. Как же он хорош, но умирает впоследствии от Скадудла. Бомбу нужно устанавливать. Перетяжка, защита. Монстр выходит. О-о-о-о! Не, ну Ultimatic Sun виноват. Сейчас бы фейковать бомбы, дядь. Но это вообще совсем был провал, на мой взгляд. И теперь просто будем байтить максимально Скадудла. Эх. Ultimatic нафейлил. Сейчас бы бомбу отпускать. Опасная позиция для него. Эйс. Перестройка и минус по Гуэнта, но Флюша снова попадает под прицел. Я не знаю, что с Флюшей. Флюша, вот какой раунд не посмотри, все время умирает как-то вот. А этот открыт. Да, Зол скрывается на мото, Раш его до флешки успевает забрать. Далее выход еще через 4 КТ. Почему 4 КТ? Клуб Майн сейчас просто расстреливают своих оппонентов. Скайлер 1% здоровья, знает об ультиматике, но времени вообще ни о чем. А, кстати говоря, мог бы и сидеть до последнего с дефузом попробовать, но тут перестрелять его тематика точно не потом, может быть. Очень даже и важно для Динай. Что же, Даза начинает с опена по тематику, Флюша делает свой размен. Пока все складывается не так уж и плохо, но вот Рашу удалось забрать Муса, и атака почему-то начинает действовать по одному. Вопрос... Почему он все еще открыт? Раш еще и Скайлера отлавливает. Здесь Деппер выходит, делает один минус. Деппер выходит, делает второй, ему пока не дают. А вот забирает Флюшу. Легко. Легко. И Скадудл. Ну, вроде как вместе с Голденом. Вдвоем против одного. Должны зажать его. Позволяет пройти на план. Деппер вообще-то просочился на точку. Скадудл прием. Скадудл прием. И Голден упускает бомб кэрри, да ладно, как же Деппер хорош, вы просто только вдумайтесь, что делает Деппер сейчас, будучи, ну даже пускай 1 в 2, 1 в 3 я уж точно брать не буду, там лучше получил ни за что, ни про что, но Деппер слышит, банан стреляется с Голденом, теперь есть инфа, есть патроны, да ладно, Голден, только не говорите мне, что Cloud9 проиграет эту пистолетку, только не говорите мне. Только не говорите мне, патроны заканчиваются. 4 патрона у Депра, 4. 4. И он закрывает эту пистолетку. И квадрохил для него какой. Ну и закидка Б-база теперь с полными гранатами. Выход просто на Раши. И посмотрим, как сейчас Скадудл вместе с Рашем будет принимать.
А выпад там забирает Голдена на парапете. Раздел опен, раздел 2. Минус эйс разменяла. Вот, Дазл закрывает Скадудла. Флюш его тематик не позиции, хотя нет, слушай, флюш позиции оказался. Вот тематик не очень. И в итоге ему закрывается от флюши. Флюш его китовый жив-здоров. Флэш на 9. И ультиматик в блайнде отходит назад. Вместе с флюшами там стоят. Что делают? А, то есть решили поменяться. Так а ультиматик без армора. Флюш, что ты ему... Коль даешь. Что он есть, что он его нет. Вау! Слушай, забирает эйса. Дазла под девяткой не ждут. Дазла под девяткой не ждут. Дазла под девяткой не ждут. И два минуса для него. 14-15. И это финишная прямая, драки. Час. Иначе можно поплыть. Дазл. Находит аутиматика. Начало положено. Начало положено. Я вас точно найду. Слушай, забирает Депрому, закрывает Раша. С девятки, и в итоге падает Тейса. Скадудл, потом падает Флюш. Победа Юнайтед так. Let's go.